Привет, дорогие друзья! В преддверии открытия сезона спиннинговой ловли на открытой воде хочу показать вам наборы воблеров по доступным ценам, дешевле только даром. Вот первый наборчик у нас здесь, 43 воблера. Это для тех, кто не хочет заморачиваться, покупая воблера по одному, по два. В этом наборе вы найдете для себя все, что нужно. Здесь 43 воблера. Можно полистать, посмотреть описание. В общем, информация вся здесь представлена, пожалуйста. Как всегда, ссылочки все я оставлю. Заходите, смотрите, покупайте. Отличный набор. Всего лишь 1300 рублей за 43 воблера. Очень дешево. Так, смотрим далее. Такой вот наборчик из 5 штук. Воблеры 14 сантиметров. В длину 20 грамм вес. Заглубление от 0,5 до 1,5 метров. Классные воблера. У меня есть вот в таком вот кислотничке. Я себе заказывал еще в том году. Вообще обалденный воблер. Стоит всего лишь 472 рубля за 5 штук. Совершенно бюджетная цена. Дешевле, скажем так, только даром. Воблера отличные, вообще работают на ура. Так, далее что мы имеем? Далее мы имеем набор из 6 воблеров. 14,5 сантиметров длиной, 14,7 грамма вес, 312 рублей, заглубление от 1,8 до 3,6 метра, также в разной расцветочке представлены. Опять же, вот эти все воблеры идут с бесплатной доставкой в Россию, что в принципе немаловажно. 6 штук за 300 рублей. Вообще цена ни о чем. Далее у нас 10 штук по цене 496 рублей. Ну, округлим, 500. 500 рублей. Это, грубо говоря, по полтиннику за воблер. Заглубление у них от 0,5 до 1,5 метра. Вес 9 грамм, длиной 11 сантиметров. Такие, это больше не щучьи, а больше окуневые воблерочки. Такой вот кислотничек, там вот зеленый с черной спинкой у меня тоже есть. Я отдельно покупал позапрошлом, кажется, году. Отлично работают. В принципе, нормально, отличное качество. Да такие воблера вот даже с берега кидать где-то в коряжниках, в траве. Ну оторвал, блин, да не жалко. Прицепил новый. Начал дальше рыбачить. Я, допустим, не полезу в воду отцеплять вот такой воблер за полтинник. Так, далее мы имеем тоже такие более окуневые воблерочки. 6 штучек за 342 рубля. 8,5 грамм веса, 8,5 сантиметра длиной. Также представлены в разных расцветках. Вот здесь, который крайне снизу. Вот такой вот у меня есть воблерок. На окуню работает, да и щучка им не гнушается. Вот здесь они покрупнее так показаны. Краска на них неплохая, не облазит особо. Ну, единственные крючки, конечно, не супер. Ну, я крючки не менял. Менять крючки на Овнер, воблер стоимостью 50 рублей, и ставить на него один крючок по 150, это 2 за 300.
Ну, я считаю, это как-то глуповато. Оторвал и забыл. Крючки пусть не супер острые, но подсекается на него и окунь, и щука вполне нормально. Далее у нас составнички. 5 штук за 581 рубль. 15 грамм веса, 109 миллиметров длиной. Такого вот составничка у меня нет. Заглубление у него от 0,5 до 2 метров. Выглядит неплохо. Думаю, я себе закажу на пробу. Тем более цена очень демократичная. Так. Далее у нас 10 штук воблерков. 8 грамм весом 9 сантиметров длиной за 421 рубль. Вот такие воблера вообще отличные. Ну, считай, по 42 рубля воблер. Не знаю, где можно дешевле найти. У нас такие в магазинах продаются от 170 рублей и выше за штуку. А тут вот, пожалуйста, вам целый набор. Покупайте, ловите. Далее у нас идет тоже наборчик из 10 штук. 9 сантиметров, 8 грамм. 524 рубля. Стоит по 52 рубля за воблер. Также нормальное качество. Ну, те, кто привыкли ловить на японские воблера, там, на мегабасы по 1500 стоимостью, ну, естественно, здесь ничего заказывать не будут. Это бюджетный, ценовая категория Китая AliExpress. Но, как уже многими доказано, Китай ловит. Дальше у нас наборчик из 7 штук. Кренки 11 сантиметров длиной, 15 грамм веса за 500 рублей. Таких кренков у меня нет, но по отзывам на ютубе вообще качество супер. Да даже вот на фотке посмотрите. Полистаете сами. Вот они крупным планом. Такие глянцевые, красивые. Кто хочет менять крючки, ну, пожалуйста, меняйте. Я крючки на таких дешевых воблерах не меняю. Я считаю, что это ни к чему. Далее у нас вот такой составничок интересный. Понравился мне. Хочу заказать, тоже себе попробую. 7 штук за 379 рублей. 9 грамм веса, 9,5 сантиметра длиной. Как-то они мне так приглянулись. Не знаю даже, будут ли они ловить или нет. Такие вот прикольные составнички. Ну, за такие деньги, в принципе, даже если ловить не будут, ничего страшного. Ну, попробовать мне захотелось, заинтересовали они меня. Такая вот тельце такое у них интересное. Хочется посмотреть на игру, как они играть будут. Ну, если не будут ловить, забросить их в ящик и забыть. Заглубление, кстати, от 0,3 до 1,5 метра. Так что, друзья, вот, показал я вам такие недорогие наборы сегодня. Ссылочки на все эти воблеры будут, как всегда, в описании. Заходите, смотрите, подбирайте для себя то, что вам понравится. Повторюсь, что в наших магазинах такие воблеры, то же самое, китайские воблеры, стоят в разы дороже.
Также эти продаваны берут на этих Алиэкспрессах или там где-то на садоводе в Москве за 3 копейки килограмм. А нам впаривают по баснословным ценам. Так что, друзья, всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч на моем канале. Кстати, не забывайте подписываться, ставить лайки или дизлайки. Всем пока, до новых встреч.